Этого события ждали многие жители нашей республики и не только. Двухдневный 12-й фестиваль адыгейского сыра по традиции прошел на живописной Даховской поляне. С каждым годом растет количество желающих посетить этот гастрономический праздник. Организаторы мероприятия, в свою очередь, прикладывают все больше усилий, чтобы сделать его незабываемым. Всего за два дня фестиваль посетили порядка 36 тысяч человек. Для гостей была подготовлена обширная развлекательная программа, выступления творческих коллективов региона, состязательная программа объединения всадников Адыгеи Шухаса, мастер-классы по изготовлению адыгейского сыра и народным ремеслам, подворья муниципалитетов республики, конкурсы и викторины, спортивные состязания и аттракционы. Дорогие гости и участники фестиваля, каждый из вас может продегустировать приготовленные угощения и проголосовать за самый увлекательный процесс приготовления адыгейского сыра. Уважаемые гости, на специальных площадках зажгутся сегодня костры. В чанах нагреется свежее цельное молоко. И начнется волшебство рождения адыгейского сыра. Подходите, знакомьтесь, пробуйте, смотрите, как делается сыр. Каждый из вас имеет возможность принять участие в различных мастер-классах, конкурсах и викторинах, организованных как раз на подворье. Организатором сегодняшнего праздника является Кабинет министров Республики Адыгея. Генеральный спонсор фестиваля – общественная организация «Союз производителей продукции «Сыр Адыгейский». Информационный партнер – ПАО «Ростелеком». Наши партнеры – автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства Адыгеи», государственная телерадиокомпания «Адыгея», акционерное общество «Россельхозбанк», банк «Кубань-кредит», термально-оздоровительный комплекс «Водная Ривьера», термальный парк «Отель Псыгубс», премиальный курортный комплекс «Бридж Резерт». Мы фэчим и спонсор ШААР, адыга пайер подозвачара хазметхам я общественный зака, АПЛ закахами злачкара, ежжиру ляжерам сату закахау, сату шахам АПЛ ялачванымче, адыга республикам Егурч, харадгу телерадиокомпанию Адыгейр, за ухва ахзакат хазмату Ростелеком, ахзакат хазмату Россельхозбанк, банков Кубань Кредит, ПСФАБЧ ЗИШИ АЗАКРА ХЗМАТОВ ВОДНЫЙ РИВЬЕРА, ПСФБ ГАПСАФИПА ХАЧАЙШОВ ПСИГУП СИЧИ ГАПСАФИПА ЗАКАТОВ БРИДЖ РЕЗЕРВ. Встречайте на сцене обладателя медали «Слава Адыгеи», кавалер ордена третьей степени чести «Слава Республики Абхазия», государственный академический ансамбль народного танца Республики Адыгея «Нальмэс», художественный руководитель и главный балетмейстер, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Адыгеи, заслуженный артист Кубани и Республики Абхазия Аслан Хаджаев. Адыги на земле моей живут, их издревле черкесами зовут. Смеются солнцу, добрых ждут дождей, живут адыги на земле людей.
а ты о них не знаешь ничего. Ни песен их гортанных, ни традиций. Когда в ауле человек родится, то дерево сажают в честь него. А ты бы видел, как они танцуют, а ты бы слышал, как они поют. На скакунах по праздникам горцуют, черкески и кинжалы достают. Давно не пахнут порохом ущелья, давно над ними пули не поют. Бывает жарко только от веселья, когда невесту замуж выдают. Thank you.
Гостей и участников фестиваля поприветствовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Руководитель региона отметил, что массовость мероприятия говорит об узнаваемости брендового для Республики Адыгейского сыра и о любви к этому натуральному и экологичному продукту не только в Адыгее, но и во всей стране. Уважаемые дамы и господа, для торжественного открытия 12-го фестиваля адыгейского сыра на сцену приглашается глава Республики Адыгея Мурат Каралбеевич Кумпилов. Уважаемые друзья, приветствую всех и поздравляю с открытием 12-го фестиваля адыгейского сыра. Адыга Куайми и фестиваль Фюкета Абдалах. Рады видеть столько гостей. Это лишний раз доказывает, что наш фестиваль нравится людям, и что не только в Адыгее, но и во всей стране знают и любят адыгейский сыр. Любят за его натуральность, экологичность, за множество блюд, которые можно сделать с нашим сыром, за то, что и сам сыр, и продукты из него готовятся по традиционным рецептам и по-домашнему вкусно. Наш фестиваль давно стал визитной карточкой республики. Гости знакомятся с национальной адыгейской кухней, а через нее с историей народа и всей Адыгеи. Такой фестиваль дает отличную возможность для продвижения традиционной адыгейской культуры, привлечения интереса к региону, для развития трендовых туристических направлений, событийного, гастрономического, сельского туризма. И что очень важно – для поддержки наших сыроделов и фермеров, нашего малого бизнеса, продвижения их продукции, чтобы они дальше развивались. Все это у нас написано в стратегии развития республики, в развитии туристической отрасли, и мы это планово, поэтапно будем воплощать в жизнь. Сегодня на фестивале широко представлена продукция наших товаропроизводителей. Участвуют и представители общепита. Радует, что многие предприниматели, работающие в сфере общественного питания, включают в свое меню национальную кухню, а кто-то полностью связывает с ней свое дело. Уверен, гости фестиваля по достоинству оценят предлагаемую продукцию, а наши предприниматели и товаропроизводители найдут здесь новых покупателей и деловых партнеров. Мы каждый год увеличиваем производство адыгейского сыра на 20% вот в среднем. В прошлом году мы закончили с показателем 26 тысяч тонн адыгейского сыра, произведенного и сырных продуктов, произведенного на территории республики и поставленного в Россию. Это действительно хороший показатель, а видим резервы еще больше. Сегодня подготовлена насыщенная программа. Действует подворье всех муниципальных образований республики. Организованы мастер-классы, где можно попробовать самому приготовить сыр или блюдо из него. Этому вас научат настоящие профессионалы кулинарного дела. Хочу поблагодарить всех, кто помогает сделать этот фестиваль настоящим праздником. Еще раз поздравляю вас с открытием 12-го республиканского фестиваля адыгейского сыра. Желаю приятного отдыха, ярких впечатлений. Еще раз добро пожаловать в Сукайбляр. После церемонии открытия руководитель региона посетил подворье муниципальных образований республики, понаблюдал за работой сыроделов и мастеров традиционных адыгских ремесел, побеседовал с гостями и организаторами праздника. По традиции, достойное участие в данном мероприятии принял Кашхабльский район. Подворье района знакомило посетителей с национальной кухней, выставками изделий декоративно-прикладного искусства, творческими коллективами района. Приветствовал гостей глава муниципалитета Заур Хамирзов.
Посетители подворья Кашхабского района смогли продегустировать различные виды сыров, произведенные предпринимателями района, а также самые вкусные блюда с адыгейским сыром. Народу было на празднике, как говорится, и яблоку негде упасть. У всех было прекрасное настроение. Мы сегодня первый раз приехали на этот праздник, хотя, к сожалению, живем километров 30 отсюда. Мы очень довольны вот этим грандиозным, шикарным праздником, где представлены все наши районы со своими изделиями. Мы в восторге просто, у меня слов нет. Спасибо. Спасибо за организацию. С особым восторгом гости подворья наблюдали за процессом жарки самого большого халюжа, приготовленной прекрасной половиной работников администрации Кашхабского сельского поселения. А тем временем на главной сцене проходил большой концерт с участием ведущих артистов и творческих коллективов республики. Твоих настроений, твоей улыбки. Не думал, что все прошло, забыл, какое число. Я голос до хрипоты, но двери на засовы, и ты не слышишь в осколке моей мечты. За что же так ты? А я по полю да по полюшку приду к тебе. А я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, ну прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, ну прилечу к тебе за тысячу звезд. К тебе за тысячу звезд. И позови меня. Не сносит крышу без твоей любви, любви, любви. Я за тобой вон, я за тобой вон. Не без тебя смерть, не без тебя смерть. Даже не знаю как жить без тебя мне. Там, где кричала тьма, приду к тебе, а я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячи верст. К тебе за тысячи верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячи звезд.
тебе за тысячу звезд. И позови меня, лишь позови, не сносит крышу без твоей любви. Ярким моментом фестиваля стала фиксация рекорда России по количеству людей, одновременно поедающих адыгейский сыр. Во флешмобе приняли участие 254 человека. Адыгейского сыра. Каждый год мы попадаем в книгу рекордов различными достижениями, но сегодняшний фестиваль и в этом году рекорд будет действительно уникальным. Такого еще не делал не то, что фестиваль «Адыгейский сыр». Никто этого еще не делал и не видел. Напоминаем, друзья, что буквально через пару мгновений мы начнем флешмоб от Адыгейского молзавода, который как раз и войдет в книгу рекордов. Для фиксации рекорда к нам приехал основатель и главный редактор книги рекордов России, кандидат философских наук Каненко Станислав Анатольевич. Организаторы, все готовы? Тогда по нашей команде открываем сыр, начинаем есть на счет три. Готовы? Раз, два, три! Лучший сорт, который вам больше всего понравился? А просто, это что, еще и сорта разные, да? Это просто адыгейский сыр для вас. На самом деле у каждого там есть своя уникальная история, способ приготовления. Вы сегодня на подворьях, там еще и можете сами его научиться готовить, там мастер-классы проводить. Как там вообще в целом дела? Кто-то уже, может, закончил там, да? Круто! Ну и как? Как ощущения? Вы впервые пробуете адыгейский сыр? Почему впервые? Не впервые, да? Только на нем всегда и питание. Слово предоставляется как раз представителю книги рекордов Каненко Станиславу Анатольевичу. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. На фестивале адыгейского сыра я нахожусь впервые. Мало того, я объездил практически всю Россию, а в Адыгее я сегодня впервые нахожусь. Да, очень круто здесь, мне очень понравилось, красота неописуемая. Всем расскажу, кто здесь не побывал из моих друзей. Замечательный праздник, поздравляю вас. Большие молодцы, что у вас такое есть в вашем регионе. Организаторы, вам большое спасибо, что с каждым годом этот праздник все больше и больше, все лучше и лучше. Ну и Адыгейский молзавод не впервые подает заявку на рекорд в Книгу рекордов России. Два года подряд он уже попадал в Книгу рекордов России. В прошлом году он попал еще и в Клуб мировых рекордов с мировым рекордом, изготовив самый большой адыгейский сыр в мире. Да, крутые ребята. Ну, а сегодня Книга рекордов России фиксировала рекорд по наибольшему количеству участников, которые одновременно поедают адыгейский сыр. Такого рекорда не было еще в России. И минимальная планка для рекордов, которых еще не было в Книге рекордов России, составляет 200 участников. И сегодня нужно было, чтобы одновременно собралось не менее 200 участников. Итак, получилось ли у нас сегодня или нет, сейчас узнаем. Когда вы это сказали, аж просто душа в пятки ушла, и многие даже уже перестали дышать. Затаив дыхание, не терпится услышать результат. Да, итак, рекорд. Самое большое количество людей, одновременно поедающих адыгейский сыр в России, с рекордсменом Адыгейский молзавод, Республика Адыгея, с результатом
254 участника. Объявляю рекорд официально зафиксированным. Поздравляем! Но, по-моему, лучше всех нас эти эмоции как раз может выразить непосредственно генеральный директор Геогинского молзавода Шамиль Сергеевич Гусейнов. Вам как раз передаем слово. Всех хочу поблагодарить за участие. Это символичный рекорд, но он для нас очень важен. Он важен для нашей республики, важен для нашей промышленности. Мы всем говорим спасибо. И мы говорим, что это, наверное, наш не последний будет рекорд. Если вы все вернетесь, мы будем только рады. Всем спасибо. Спасибо большое вам и, конечно, ждем новых достижений. Спасибо большое. Программа второго дня фестиваля была не менее насыщенной и интересной. Подворье Кашхабского района встречало гостей песнями. Красивый, статный детский хореографический коллектив «Стауч» завораживал прохожих своими зажигательными танцами.
Перед стилизованным подворьем образовался большой круг, от мала до велика, готовый принять участие в танцевальном конкурсе на призы Кашхабльского района. Thank you.
Вставай! Let's go!
Тяжеленький. Хороший твой дириза для Бориса. Моджиза, станцуйте нам, пожалуйста, за третье место. Агурину-ину, давайте поддержим. Явса! Дину! Дальше двигаемся. Второе место. Подойди, пожалуйста. Что так тихо? Второе место. Поаплодируйте, пожалуйста. С кем он танцевал? Шашагар. Ты что-то знал, она просила специально. Ты знал, что он выиграет, да? Молодец. Второе место. Можно призы? Фотограф. Капырса. Ары. Арды дыр, ары капырса. Йоу! Агур дедр, ашты, иду! Под аплодисменты бурные! Девши! Хотите, я забыл. Аплодисменты. Пожалуйста, Абсау, спасибо большое. Первое место. Несмотря на то, что он с ансамбля, но жюри не мог глаза закрыть на его талант. Первое место. Подборные аплодисменты. Абсау. С кем он танцевал? А, семейный бизнес. А что делать? Два призателя в семье у вас будет. Маршала. Яу, Синаор. Агуляш. Сэгу Симош. Эй-эй. Мама Мруй. А ты, когда ты получил, уже лично начал танцевать. Я тебе не улыбался. Хорошо, молодец. Жюри, вы должны заключительный танец показать. Руши! Эй-эй! We'll be right back.
Одним из главных событий мероприятия стал конкурс сыроварения. Кашхабльский район в этой номинации представляла Мадина Хаджирукова из аула Бичепсин, поразившая всех своим умением варить вкусный адыгейский сыр в столь юном возрасте. Обряд Нуаежеч в исполнении работников Центра народной культуры также вызвал большой интерес у туристов. В этот день проведены основные конкурсные мероприятия, а в конце дня были подведены итоги конкурсов по изготовлению адыгейского сыра, блюда традиционной адыгской кухни с сыром, лучшего блюда кухни народов мира с адыгейским сыром, а также определено лучшее подворье. Ну что ж, дорогие друзья, пришла пора подведения итогов нашего фестиваля. Самая интригующая, самая волнующая и самая долгожданная часть сегодняшнего дня. Для того, чтобы огласить итоги, нам, конечно же, нужно пригласить на сцену членов жюри. И мы с нетерпением их ждем. Итак, Некрасова Светлана Олеговна, кандидат технических наук, доцент ВАК, доцент кафедры технологий пищевых продуктов и организации питания. А также Тлемешок Рамазан Мухдинович, председатель Адгахаса Черкесский парламент. Кушу Светлана Азметовна, заместитель министра культуры Республики Адыгея. Антиперков Евгений Александрович, операционный директор компании «Легенд Коллекшн», в которую входят рестораны «Майкоп», «Мыздах», «Эксельсиор», «Паниш Бирхаус», «Кулинария», «Шелям», «Эксель-кафе», «Киноцентр», «Джойленд». Сергеева Ирина Алексеевна, председатель правления ООО «Союз женщин Республики Адыгея». Дырий Александр Павлович, заместитель генерального директора ОАО «Молочный завод Геогинский». Зергонымча, Чи, Лапсов и Пагамча, Адыга Республикан, Екомитет, Епаща и Гуадзел, Джарма Белла. Нокмащимча, Адыга Республикан, Ей Министерство, Якутана Епащев, Мэт Ирина. Ну, буквально пару слов, вот у нас стоечка. Ждем ваших поздравлений. Дорогие друзья, фестиваль адыгского сыра подходит к концу. Сегодня были разыграны призы четырех номинаций. Это подворье, оформление подворья, адыгейский сыр, приготовление адыгейского сыра, национальных блюд и европейских блюд из адыгейского сыра. Все призы денежные будут перечислены. Несколько призов от жюри будут сейчас же вручены участникам. Добро пожаловать! Приступайте к озвучиванию номинантов. Ну что, стартуем? Громче! Я напомню, что у нас было 4 номинации. В каждой из номинаций у нас по 3 места. За каждой предусмотрены денежные призы. Третье место у нас стоит 10 тысяч рублей. Второе место у нас стоит 15 тысяч рублей. Первое место 25. Что касается подворья, то там суммы гораздо больше. Поэтому будем аплодировать гораздо громче. Начинаем!
Номинация «Лучшее блюдо русской кухни других народов, включающее в свой состав адыгейский сыр». Дипломом награждается Учуху Светлана Юсуфовна, Тючешский район. Третье место. Давайте громче аплодировать, у нас победитель первый назван. Поздравляем, наше первое третье место. Браво! Уважаемые друзья, следующая номинация – лучшее блюдо русской кухни и других народов, включающее в свой состав адыгейский сыр. Победителем в этой номинации стала Схашок Зарема Махмудовна из Кахтамугайского района. Ждем, 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 дорогие друзья, ваши аплодисменты! И, конечно же, фотография на память! Поздравляем, поздравляем. Итак, дорогие друзья, номинация «Лучшее блюдо русской кухни и других народов, включающее свой состав адыгейский сыр», награждается за первое место, дорогие друзья, Хакуз Замира Мадиновна, муниципальное образование города Адыгейск. Адыгейск – вторая столица нашей любимой гостеприимной республики. Ждем победителя! Громче, громче! Встречайте нашего победителя первого места! Аплодисменты победителю! Итак, номинация «Лучшее блюдо традиционной адыгской кухни, включающее в свой состав адыгейский сыр», награждается дипломом третьего места Даурова Лариса Нальбиевна, Шаубеновский район. Аплодисменты победителю! Фотография на память обязательно, не забываем! Браво! Продолжаем чествовать победителей. И второе место в номинации «Лучшее блюдо традиционной адыгейской кухни, включающее в свой состав адыгейский сыр». Агирова Жанна Ханчериевна из Красногвардейского района. Вот вижу, она бежит к нам, а мы пока поаплодируем. Аплодируем! Диплом второго места. Итак, первое место. Номинация «Лучшее блюдо традиционной адыгской кухни, включающее в свой состав адыгейский сыр», награждается Гишева Фатимец Хатбиевна, Егинский район. Браво! Где группа поддержки? Вот она. И, наконец, третье место номинации «Лучший адыгейский сыр». Шавгеновский район, Гишева Анжела Зауровна. Браво! Номинации «Лучший адыгейский сыр» награждается Ашинова Навсет Арамбиевна, Тючешский район. Второе место и денежный приз отправляется в Тючешский район за то, что именно там делают один из лучших сыров в мире. Наш адыгейский сыр. Победителю!
российского сыра 2023 года делают самый лучший адыгейский сыр. Первое место Ачмис Мисерхан Абубачировна, Ставангайский район. Лучшее подворье. Здесь денежные призы гораздо выше и гораздо круче, а значит и аплодировать должны мы гораздо громче. Третье место 50 тысяч, второе место 100 тысяч рублей и первое место 150. Поборемся. Итак, друзья, начинаем с третьего места. Диплом в номинации «Лучшее подворье» отправляется в Диагинский район! Браво, аплодируем! Третье место, Диагинский район! Поздравляем! И обязательно фотография на память. Вторым местом в номинации «Лучшее подворье» награждается Тахтамукайский район! Серебро! Друзья, жюри не закрывает! Поздравляем! Поздравляем! Спасибо большое! Дорогие друзья, ну и теперь первое место. Так как этот диплом находится у меня, наверное, уже многие догадались. Диплом, номинация «Лучшее подворье» награждается муниципальное образование Кашихабльский район! Скорее победители на сцену! Бегом-бегом! Самое лучшее подворье! Кашихабльский район, мы поздравляем вас! Давайте поаплодируем нашим победителям! Поздравляем! Афазлатоша и Жиштур, Адыгахаса Митхамадов, Шамишапа Рамазан. Подворье Кашихабльского района во всех отношениях был лучше, чем все остальные. Все признали. Поздравляю вас, Кашихабльский район. Победители, есть вам что сказать зрителям? До вас слово. Спасибо большое всем зрителям, всем туристам, членам жюри, которые оценили наш труд двухдневный. Спасибо большое, удачи всем! Спасибо большое! А наша церемония награждения на этом не заканчивается, она продолжается, потому что у нас еще полно призов. Они у нас все специальные, но для их вручения мы позываем к стойке микрофона Александра Павловича Дыри. Дорогие участники и гости, жюри решило определить еще несколько специальных призов. Призов от жюри, и первый приз мы хотим вручить за презентативное оформление подворья Майкопскому району. Ура Майкопскому району! За презентативное оформление района вручается приз. А вот, я уже хотела забрать приз. Есть у нас еще один специальный приз. Антипенков Евгений Александрович, просим вас сказать пару слов и раздать заслуженные награды. Здравствуйте, участники, гости и те, кто организовали этот замечательный праздник.
Он, я надеюсь, получился. Было очень вкусно и интересно. И когда мы проходили подворье, смотрели, мы выделили еще двух участников, которых мы хотели бы наградить. А приз денежный, 10 тысяч рублей каждому из участников. Это два участника. Первый из города Адыгейска, Худ Диана. Браво, Адыгейск! Второй раз звучит у нас сегодня. Следующий номинант – это Хаджирокова Мадина с Кашихабльского района. Кашихабльский район, браво! Почему мы так решили? Ну, во-первых, это молодые, прекрасные девушки, которые своими руками делали этот замечательный сыр. Мы очень рады, что они принимают эти традиции, видят, хотят этому научиться и самое главное, что это делают. Поэтому это небольшие призы в размере 10 тысяч от жюри. Вот такое было решение. Поздравляем вас! Очень волнительный момент. Браво нашим победителям, спасибо нашим спонсорам, нашим жюри. Еще раз громче поздравим молодое поколение. Вкус и польза нашего сыра неоспоримы, но умение встречать гостей, преподносить им этот брендовый продукт, оформить с эстетическим вкусом подворья, дорогого стоит. С этой задачей отлично справились работники администрации района и Кашхабльского сельского поселения, Союз женщин района, сотрудники управления культуры и Центра народной культуры, ну и, конечно же, сельское хозяйство района.